Сегодня было очень значимое заседание областной думы, тема по праву бюджета. Но в зале практически не было представителей института федеральной государственной власти. Например, отсутствовали ГФИ, представители областного суда, руководство региональной прокуратуры. С чем вы связываете это? Вопрос, в общем-то, понятен. Хочу сказать, что на все заседания областной думы, имеется в виду плановые заседания областной думы, мы приглашаем все структуры, перечисленные вами. И, как правило, все структуры на плановых заседаниях Думы присутствуют. Сегодня мы проводили заседание внеочередной Думы. И приглашение на внеочередную Думу как бы является компетенцией тех, кого мы пригласили. То есть внеочередную Думу назначаем мы буквально сегодня. А у тех коллег, которых мы приглашаем на заседание, там есть свои планы. И, видимо, с этим связано отсутствие вышеназванных представителей.